Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в форме бутылки мартини. Для этого нам понадобится форма 3D бутылка мартини. Выглядит она вот так вот. Имеет удобный разрез. В комплекте идут две резиночки. Также нам необходима будет прозрачная мыльная основа. Необходим будет отдушка, черный лед, краситель пищевой желтый, перламутр сухой серебро и косметическая мика сильвер. Также нам необходимы будут наклеечки. Выглядят они вот так вот. Из инвентаря нам понадобятся термостойкие стаканы, пластиковые пипетки, стеклянная палочка для перемешивания и шпатель пластмассовый. Для начала растопим небольшое количество прозрачной основы. После того, как основа растоплена, мы добавляем туда небольшое количество серебряного перламутра. И добавляем туда также мику. Теперь это все хорошенечко размешиваем. Добавляем 1-2 капельки отдушки. Перемешиваем и с помощью пипетки окрашиваем крышку. Теперь в растопленную прозрачную основу мы добавляем отдушку. Все хорошенечко перемешиваем. И заливаем в формочку. Ждем, пока этот слой застынет. После того, как прозрачный слой застыл, мы берем зубочистку и немного его процарапываем, для того, чтобы слои между собой в дальнейшем скрепились. Теперь в оставшуюся прозрачную основу мы добавляем желтый краситель. Thank you.
Добавляем отдушку. Еще раз все перемешиваем. И заливаем до конца форму. Ждем, пока мыло полностью застынет. Основа полностью застыла. Мы достали мыло из формы. И вот у нас получилась такая вот мылка. Сверху мы наклеили наклейку. И выглядит вот как настоящая бутылка мартини. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!